И всем доброго утра, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш... Да, конничева. А с вами ваш Альберт Вескер. И мы продолжаем Jurassic World Evolution. Я надеюсь, что вам вчера понравилась вот наша музычка по этой игре. Знаю, я не знаю, как вообще... Кстати, знаете, я вот... искал на официальной странице в Ютубе. Понимаете, в Ютубе, если кто не в курсе, есть такие вот странички, посвященные отдельным играм. То есть, где собираются все различные игры. И я заметил, что там появляются только стримы. Сейчас в последнее время почему-то очень редко идут именно видеозаписи. Сейчас больше стримов везде прямо. Что-то Ютуб пытается пропихнуть. Ну нет, согласен, это живое общение. Все вживую. Поддерживаю. Не против, но... Надо же как-то продвигать и видео же записи. Вот, к примеру, такие. Мы же монтируем, добавляем звук, свою музыку. Динозавров, в конце концов. Что только мы не делаем. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами остановились. На том, что мы более-менее вытащили парк из кризиса. Мы пока еще... Извиняюсь. Не можем только воспроизвести, ну... достаточное количество денежных средств, так что нам приходится пока копить. Копить приходится. И надо производить побольше. Увеличить зону покрытия и убежище. Сколько стоит убежище одно? Я забыл. 200, да, 225, правильно помню. Хорошо. Но технически у нас есть большое преимущество. Здесь есть магазины всех видов. Это уже хорошо. Объясняю почему. Мы можем... Так, 253. Можем повысить слегка. Так, а если мы вот этот поставим... Я просто хочу узнать, насколько мы можем разбогатеть при других ценах. 253. Да, лучше, конечно, дешевка. Лучше дешевка, но... она хотя бы окупаема будет. Вот. Прибыль в минуту 19394. Ну это хорошо. Хорошая прибыль. Так, а что у нас по контрактам? Лимит до 3. Это плохо. Это плохо, конечно. Это очень плохо. Репутация, предпочтение. Бонус верности. Большая подстанция. То есть, если я здесь прокачаюсь, смотрите, то у нас появятся новые дополнения. Стоимость исследований. Вот это тоже интересно. То есть, видите, когда мы проходим на каждом острове вот свои этапы, мы получаем улучшение. Мне сейчас нужна вот большая подстанция, большой источник электроэнергии. Вот это мне все надо. Мы будем заниматься прокачкой потом на каждом острове. Но сначала будем заниматься ею здесь. Но пока что... технически мы можем как бы сейчас... Нет, пока не можем. Объяснить тоже. Потому что все-таки здесь... надо разрабатывать зону. Давайте посмотрим вообще, что у нас есть. Какие возможности. Технически мы можем сделать здесь тоже зону своеобразную. Можем поставить монорельс. Но здесь будет проблематично его, конечно, делать. Вспышка болезни появилась. Вот видите? Вот не зря рейнджер подготовил. Добавить задачу. Вылечить. И подлечить. Видите? Вот если бы не было рейнджера, у нас там все померло бы. Вот что значит приоритетность. Вот что значит приоритетность. Сейчас он их вылечит, подправит, все будет хорошо. И мы поставим на производство трицератопса. Давай, лечи уже. Давай уже. Давай, займись сначала этим. Надо вылечить. Так чем болеет? Простуда обычная? Да ладно. Ты целиться, что ли, не умеешь?
больные динозавры. Отлично, молодец. Да ладно. Подождите, а на что потратил он деньги? Сейчас я не совсем понял. Затрат на строительство, ограждение, монорельс, продажа находок, динозавров, пока не... Возмещение затрат на инкубацию. Это было. Награда за фотографию. Кстати, давайте пофотографируем. Что это я сижу здесь без дела? Так, управлять транспортом. О, это прямо затрата, конечно. С другой стороны, они пока не так много едят. Они не так много едят. Это очень хорошо. Так. Он спит. Такой милый. Получено раннее предупреждение о буре. О, нет. Так, все. Раннее предупреждение о буре, это плохо. Это плохо, это плохо. Снижает урон здания в широком действии. Все, ребят, я ее ставлю. Она нам нужна. Нам нужна защита от бур. Полностью полноценная, причем защита такая вот. Так. Если здесь они бывают, это очень плохо. Хотя, в принципе, нам, по-моему, дешевле просто переждать бурю. Зря я, конечно, подал убежище. Ладно, переживут один денек-то. У нас, извините, кризис. Ничего, помог немножко под дождичком в четверг. Не страшно. Тем более, извините, пока что понятия бурь здесь нету. Да, есть раннее предупреждение. Но я думаю, переживем. В крайнем случае я поработаю, как говорится. У нас есть один загон. У нас есть только один загон, и это не критично. Я могу управлять с помощью машины. Просто ездить и контролировать на всякий случай, если вдруг что-то пойдет не так. Если вдруг что-то пойдет не так, мы это узнаем. А зачем здесь делать дверь? Если велоцираптор попытаются войти, они... Красота, да и только. Ой, свиданочка. Ну, знаю, я фотографирую только их. Согласен, не самый лучший вариант. Что вы от меня хотите? Нам надо вывести динозавра какого-нибудь. Но, заметьте, я не хочу вводить буйных. Вот этот буйный. Атака, защита, продолжительность. Ну-ка... Средний травоядный. Аппетит, метаболизм. Пороговый уровень комфорта 20%. Пастбище, лес, болото. Размер популяции 2 от 24. Социальная группа 2-13. Может болеть простудой. Высота, вес, длина. Но он как бы, наверное, не агрессивный. Я бы мог бы еще увести дилофазавра, он мне тоже очень нравится. Хотя можно, знаете, эдмонтозавра. Ну, нет. Он... Ладно, эдмонтозавр, он дешевый. Признаем честно, он дешевый. Но в этом-то и проблема, что он дешевый. Так. Популяции социальной группы до 15, а лучше размер популяции до 25. То есть... Нужно вот в этих пределах выживать. То есть надо сначала сделать... всех травоядных. Жалко, что они не могут сами размножаться. Это было бы, знаете, как удобно. И с другой стороны, это контроль. Это контроль за популяцией. Это контроль за популяцией, что было бы весьма крайне нам удобно. Что же выбрать? Что же выбрать? У меня вот... Даже не знаю. Прямо слюнки текут. Ладно. Разберемся. Пока что у нас все хорошо. Да, знаю. Скучновато. Нам нечего... Извините...
нас инфраструктура вся заблокирована. То есть, хотя бы просто даже центр исследований нам нужно 360 тысяч. Мы сейчас просто копим на все. Вы скажете, продай все эти магазины. А извините, откуда прибыль мне генерировать тогда? Я не могу их продать. Рейнджера не могу, он кормит, он кормушкой занимается. Нам нужно копить. Нам нужно вот копить, копить и накапливать это дело. Иначе не выйдет. Так. Зона окаменелости. Неплохо. Ворота закрыты. Магазин одежды, магазин подарков, магазин... А, мало электростанции, извиняюсь. Наземная кормушка. Подстанция, подстанция. Пункт прибытия. Рестораны. Кстати, как они себя чувствуют? Здоровье отличное, удовлетворенный. Общительность, конечно, малая у них, но я думаю, это нормально. О, заметьте, мы сейчас скоро сможем, в принципе, вывести трицератопса. Социальная группа 1 до 6, но это нормально для них. Они спокойные, не буйные, то, что надо. Я думаю, будет ему нормально. Я думаю, что ему это все будет нормально и что все будет хорошо. С этим вот проблемка будет пока что. Там пока у меня не так много генома. Живучесть, шкура базовый. Рейтинг 44. Ну, в принципе, рейтинг хороший. Надо, конечно, живучесть ему прокачать. Прочность зубов. Прочность шкуры. Нет гена. Тоже нету. Тоже нету. Но рейтинг повысится. А, нет, понизится. А, нет, повысится. Ну ладно, пусть этот будет. Так, а что с окрасом? И бесплодных земель. Ну, живучесть все равно высокая. Отлично, прибыль появилась. Ну что, рискнем вывести? Я думаю, да. Все хотят трицератопса. А, черт, он такой дорогой. Зараза. Хуенозавр? Нет, вот он прямо безумный. Раптор? Да ни за что в жизни. А, драконорекс? А, критозавр? Эдмонтозавр? Ладно. 356? А, точно, я же его модифицировал, и поэтому он стал дороже. Ну ладно, подождем. Подождем. У нас он практически полный, полный геном. Это хорошо, то есть живучесть у него будет. Правда, стойкость у него пониженная. Продолжительность жизни, ну, хорошая относительно. Защита неплохая, атака тоже. В принципе, можно было бы вот просто струтя мимо выпустить всех. Просто взять и создать их. Ну, выпустить, создать полностью. Ладно, пусть пока копится. Я сначала хочу сделать именно как раз-таки нашего товарища. Вот это вот большого. Технически... Вот эту зону надо перетаскивать сюда. Надобно. Почему? Большое пространство. Чем больше пространства, тем лучше. С другой стороны, у нас есть вот эта зона. Надо бы, конечно, ее обустроить, но пока у нас нет стабильного притока денежных средств, надо пока потерпеть. Здесь очень хорошие... Зона для создания как раз таки инкубатора. То есть смотрите, вот сюда, вот инкубационный центр поставить вот сюда.
центр рейнджеров где-нибудь вот сюда. Оградить все это дело хорошим таким периметром. И поставить смотровые башенки. И здесь же вот провести прямо смотровую зону. Это было бы, ох, как удобно. Здесь же, вот в этой зоне, то же самое можно было бы сделать. А электростанции расположить где-нибудь вот тут. Хотя, в принципе, здесь можно было бы расположить по загончикам. Тоже было бы хорошо. Был бы еще какой-нибудь центр хороший. Вообще было бы замечательно. Но, в принципе, у нас удовлетворенность... плохое разнообразие. У нас не так много динозавров. Средняя удовлетворенность. Рейтинг зданий. Чем безопасность, травмы гостей, защита убежищ. У нас убежищ нету. Так бы, в принципе, всех все устроило. Да, я могу сейчас купить уже одно убежище, но это лишняя трата денег. Мне сейчас нужно вывести сначала динозавров. Вот так и бывает. Вот так и бывает. Вот просто надо... Значит, с одной стороны скажешь, ты можешь продать, потом все это купить. Проблема в том, что я не знаю, где мне что в дальнейшем покупать. Сейчас мы получаем неплохую относительно прибыль чисто из-за мерча. Чисто из-за мерча. Да, она маленькая. Но она поступающая. И это хорошо. Это очень хорошо. Есть риск того, что трицератопс не появится. Есть такой риск. Но учитывая, что он у нас, по сути, прокачанный, то есть у нас практически полный геном, риск того, что он у нас не появится, минимален. И это меня успокаивает. Ну, подождем слегка. Ну, не страшненько. Можем пока управлять зонами. Так. А сколько максимум можем выжать из всего этого? 35, да? Вот пусть выжимает. Пусть выжимает все. Из всех наших гостей нужно прямо выжать все до нитки. Плюс 3. Максимум. О, стоп. 79, 92, 98, 110, 108, 115, 107, 128, 126. Все, у нас спад пошел. Вот. Видите, просто иногда надо управлять всем этим делом, чтобы просто знать, что людям понравится, а что нет. Не всем, конечно, все нравится, хотя вот, смотрите, в магазине подарков много чего купается. О, неплохо, прибыль есть хорошая. Есть, готов, значит. Я следил еще за таймером. Отлично. Прямо впритык. Пожалуйста, только удержись, живучесть. Шанс провал инкубации 60%. Да. Шанс на успех. Ну давайте сейчас появится я торг, да. Ну конечно это надо, с другой стороны. Это надо. После чтобы у нас ничего не пропадало. Там нужно хотя бы небольшое такое разнообразие среди них. Чем больше разнообразия, тем лучше. Люди любят что-то такое необычное, красивое, пестрящее. Конечно, такой вот вопрос возникает у меня. Ну, в принципе, инкубация идет пока хорошо. Риски такие, знаете, высокие.
Можно, конечно, вот это поставить. Хотя бы 10% пусть будет. Но уже понизится. 50 на 50. А можно подождать и поставить 40-ушечку. Тогда у нас в любом случае будет все прекрасно. А, он готов. И причем оповещений даже нету. Вы посмотрите, какой красивый окрас. Мне прямо нравится. Беру на вооружение. Ой, трицератопсик. Дамы и господа, рады сообщить, что парк доставлен трицератопсик. Общительность, популяция, болото, пастбище. Комфорт 100%. То есть он доволен, он удовлетворен. Он удовлетворен. Так. Сколько посетителей у нас? Тут нет информации? Ладно. Режим работы. Общая выработка, пока энергии есть. Видимость динозавров. Неплохо, пока все просматривается. Смотрите, самая такая большая прибыль у нас. Не, подождите. Все, вот магазин одежды, он вообще не окупается. В красной зоне у нас. Но это неудивительно. Дины шляпы дешевые. Может, все хотят Дина комбинезон? Поставим это за 25. Если он... Нет, он рабочий. А что, не работает? Ладно. Туалетов у нас нету. Ну, понятно. Брать-то где-то им надо же. Показывает, где гостям нужен туалет. А, где гостям нужен туалет. Ясно. Ну, в принципе, это, кстати, логично. Давайте и поставим. Они, надеюсь, дешевые. Я что-то не помню просто. Кто помнит стоимость туалета? $135 000. Ну, давайте поставим где-нибудь вот здесь. Зон покрытия у нас много. Я, в принципе, вот тут бы самое подходящее было. А вот сюда давайте поставим, кстати. В чем нет-то? Покрытие есть. Деньги тоже. Причем мы запустили трицератопс, и у нас прибыль сразу увеличилась. У нас прибыль увеличилась. А это о многом говорит. Видите? Уже прибыль везде пошла. Хорошенькая. Правда, теперь магазин игрушек безработный у нас. Ну, ладно. Это вопрос времени. Так, что тут у нас еще есть? Показывает, где гости начинают скучать. Вот здесь они скучают, но это неудивительно, потому что там нету кормушки. Так, там нет кормушки. Инфраструктура. О, нет, вот сюда. Поэтому надо сюда кого-нибудь, какой-нибудь поставить. Нет, это дорогая. Вот это вот дешевая, насколько я помню. Вот так вот. Давайте, кстати, начнем теперь воспроизводить уже вот этих. Чем их больше, тем лучше. Давайте, давайте, давайте. Давайте мне их побольше. А, больше мне. Да, я хотел вот это прокачивать, но пока идет прокачка более-менее стабильно. Можно и рискнуть. Тем более,
Видите, у нас денежки уже идут большими темпами сейчас. Подарки. Оказывается, где гости хотят совершать покупки. Вот здесь они хотят совершать покупки. И вот здесь. Эти зоны вообще ни о чем. Они пустые. И в этом и соль самая. Высокий уровень требований, низкий уровень требований. Показывает, где гости испытывают жажду. Давайте тогда мы бар продадим. Да. Да, знаю, ребят. Но бар мы можем себе купить как инфраструктуру. Так, смотрите. Магазин одежды. Винилы. Нужно исследование. Идиот! Ладно. 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 Еда. Ладно, сначала будем строить. Убежище, вот оно однозначно надо. Пусть будет. Знаю. Но смотрите, к нам уже деньги поступают хорошим таким ключом. То есть у нас уже хороший такой денежный поток. То есть с ним проблем нету. Давайте ее, кстати, как-нибудь назовем. Элоис, может? Нет, не знаю. Терра, может быть. А почему бы нет? Терра. Как бы трицератопс, терра. Такие дела. Терра. Хорошее имя. Мне она нравится. Так, где... Давайте посмотрим еще по скуке. Низкий уровень требований. Рейтинг веселья неплохо. Развлекательные объекты. По электричеству у нас в целом все хорошо. Контракт. Всегда рад с вами работать. Во! Я построил убежище, оно покрыло практически все наши объекты. Хорошо. С этим разобрались. Прекрасно. Так, о, карта. Я вот хочу вот эту зону всю превратить в полноценный такой краски инкубатор, если уж так можно выразиться. Ой, ну ладно, разберемся. Разберемся. Пока что будем выводить. Все, что есть. Кстати, подождите, подождите. Нам нужен контракт сначала. Нам нужен контракт, чтобы понять, что нам надо. Так, запросить контракт. Давайте контракт научный отдел. Помните, мы все здесь ради науки. А этот контракт очень поможет мне в исследованиях. Возьметесь, мы оба от этого выиграем. Принято. Просто не допустить отключения энергии в течение периодов 10 минут. В нашей лаборатории все зависит от бесперебойной подачи. Компьютеры, автоклавы, инкубаторы, генетические секвесторы. Считать можно долго. В общем, просто скажи, создай вторую станцию, чтобы у нас не было потери электроэнергии. Если главная потеря у нас произойдет, то это кошмар. Ну, не вопрос, сейчас все сделаем. 450. Ну, в принципе, это недорого. Хотя, я думаю, мы и продержимся спокойно, без всяких каких-либо там проблем. Хотя сделать запасную станцию, конечно, надо. Да, мы сделаем сейчас запасную станцию, она сейчас накопится. Мы ее построим, и она у нас будет. Потому что если вдруг что-то отключится, вторая станция обеспечит бесперебойным потоком энергии. Это в любом случае понадобится нам в будущем. Так что пусть будет. Пусть будет.
Давай уже, накапливайся. Долго копится все это дело, конечно. Но зато прибыль у нас растет, это хорошо. Но это реально прекрасно. Давай, 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 давай. Еще чуток. Ну, есть. Так. Вот, все. Подключили. И никаких проблем. Она сейчас отстроится. Даже если хотя бы одна из них отключится, рейнджер успеет ее включить до того, как отключится вторая. Все просто шикарно. А сюда мы с вами сейчас поставим-ка улучшение. Так. И каков риск? Шанс провал инкубации уже 43%. И сейчас мы прокачаем его еще, еще, еще. И вообще у нас не будет с этим никаких проблем. Нам скорость инкубации не так важна, как... Хотя... На 5% улучшения. Ну, конечно, заманчивое предложение, но... Мне сейчас главное качество. Скорость — это уже вторичный продукт. Сколько у нас там? процента. Ты какую-то дичь мне втираешь. Ладно. Скорость поставим еще. Требуется энергии дополнительно. Ладно. Так. Будем пока струти арибов выводить. Чем их больше, тем их лучше. Чем нам лучше. Потому что чем их больше, тем нам веселее. Вот здесь не совсем весело людям, я так смотрю. Поэтому давайте выводить дополнительных. Так. Что с ней? Она спит. Давайте ее сфоткаем. Так, управление. Пока нам одной команды рейнджеров вполне достаточно. Так, слишком долго. О! Полтосик сразу получили. Там сколько осталось? Ну, 6, ну, рано еще. Так. Выпустить. Так. Где машина? Где машинам, я вас спрашиваю. Ага. Красота. Ну я лично доволен. Просто понимаете, это ж красиво. Хотя прибыль у нас сократилась. Это плохо. Ну ладно. Ой. Ладно, ладно, ладно. Понял, тебе скучно, тебе нужно с кем-то поболтать. Все, я ухожу. Я ухожу, я уезжаю. Открыть ворота. Все, пусть она там бесится. Угрожать безопасности машины. Ну да, у нее общительность вообще нуле. Ей есть, конечно, с кем тут походить, поболтать, но это не ее коллектив. Понимаете, это не коллектив, это динозаврики. Что до стратиоримов, у них общительность хорошо. Пастбище, болото, еда, вода. Ну, ладно, еда немножко спустилась, но комфорт у них 100%. Везде, в абсолюте. А вот у нее... Ну, у нее комфорт тоже 100%, но еды мало. Еды для нее маловато.
Может сделать тогда что-нибудь для нее? Заросли, пастбище. Вот здесь пастбище может сделать такой своеобразный. А что, она будет пастись? Ее будет видно. Она будет ходить, здесь все пожирать. И будет хорошо. Дать какой-нибудь, не знаю, камень поставить. Было бы, мне кажется, еще лучше. Во. Ну, чисто декор. Декор же должен быть тоже, сами же понимаете. Так, что у нас с инфраструктурой? Там сейчас доступно? Вот это все нужно исследовать. Центр Оса, он нужен только если они вырываться будут. Но если они будут вырываться, мы как бы это узнаем заранее. То есть рейнджеры-то они смогут починить ограду. А ограды у нас крепкие. То есть пока можно не паниковать. Хотя как бы центр Оса бы я, наверное, тоже поставил бы, мало ли что. Но в принципе сейчас, наверное, главное... Это центр окаменелости. Кстати, вот мы поставили вторую станцию. Насколько хватает у нас электроэнергии? 120. Да, мы можем себе обеспечить парочку как раз-таки центров. Это хорошо. Вот тут, наверное, я, кстати, могу, знаете, что сделать? О, смотрите, есть идейка. Превратить эту зону в наш личный исследовательский центр. То есть здесь провести как раз-таки все наши исследования, научные разработки. Все. То есть... Хотя здесь ОС лучше бы не размещать. А здесь вот... Ну, просто есть такая идейка. Есть такая идейка. Безумная, согласен. Но... Идейка достойная, мне кажется. Для реализации. Ладно, так или иначе, я хочу еще посмотреть дороги. Так. Я хочу сделать здесь где-нибудь отель. Прямо узнать такой хороший отель. Так. Да, ровненько. Отель стоит, кстати, сколько у нас по инфраструктуре для гостей? Слушайте, ну не так дорого. Ну, стоимость у нас, конечно, еще понижена. Раньше он стоил 1 000 000, по-моему, да. А сейчас он стоит дешевле. Сейчас он стоит дешевле. Кстати, туалеты надо. Туалет пусть будет. Ну, извините, им срать на ингиту надо. Не бежать же им всем в один туалет. Оказывается, гостям не хватает защиты убежищ. Нет, с этим все хорошо. Низкая защита от бурь. Да везде, наверное, так полагаю. Высокая защита от бурь. Проблема. Содержание. Подождите, какие-то ходы. Я действительно редко нахожу время для благодарностей. Но для вас я сделаю исключение. Дамы и господа, для вашего удобства установлены новые туалеты. Всего в минуту. А я могу как-нибудь настроить... всего в минуту расходы на эксплуатацию? Ну, хотя, с другой стороны, комфорт людей, он важен. О, у нас, кстати, как раз хватает действительно комфорта по вопросу. Знаете, я придумал, что здесь можно сделать. С
сплошную дорогу, но расположить вдоль нее все наши научные центры, перенести сюда же электростанции, а вот в тех зонах дальних сделать отдельные вольеры и загоны. Так и сделаем. Смотрите, сколько у нас сейчас? Ну, в принципе, пока еще хватает времени. Что нам нужно в первую очередь? Станция рейнджеров. Центр Оса. Для начала центр Оса. Надо обеспечить полную безопасность же всех. Именно что всех. Полную безопасность. Именно что всех. Полную безопасность. Поэтому ставим вот сюда. Скажите, а может даже не сюда, может да куда-нибудь. Ну, в принципе, вот сюда вот можно. Прямо умещается. Вот. Ну, тютелька в тютельку прям помещается, как хорошо. Так. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Режим удаления. Так, делаем все ровненько. Вот так вот, ну-ка. Я просто хочу, чтобы все было ровно, абсолютно ровно. Вот так вот. Красота. И надо провести электропитание сразу же. Я пока вот так вот сделаю обходным путем, если никто не возражает. Потому что центр Оса, он нужен. Он сам по себе нужен. Это безопасность. Из него никуда. Так. Следующий будет экспедиционный центр. Хотя не сначала исследовательский центр нужен. Вообще, давайте, кстати, определимся, что куда дальше поставим. В принципе, я могу вот здесь подровнять дорогу. Ладно, определимся. Потому что, поскольку я вдоль всего этого... Вдоль этой зоны буду расставлять центры наши, то, соответственно, здесь надо как бы расширять парк. В принципе, я могу закрыть вот эту зону. Перемести вот. Да. Вот так мы сейчас и сделаем. Сейчас по... Мы сейчас будем расширять парк. И это будет правильно. Сейчас поймете, что я задумал. Пока эти там уходят, гуляют. Я сейчас буду расширять его просто по полной программе. Насколько, смотрите, вот здесь вот дорога должна пройти напрямую. Я позволю себе... Так, подождите-ка. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот. Вот так вот примерно. Так. Хотя, подождите. А, в принципе, я сейчас могу же сделать себе как раз-таки... центр исследований, вот он нужен. Хотя... Тут появился новый контракт. По-моему, он может быть выполнен. Вами. А, это уже сделано. Это не вопрос. Это уже сделано. Прибыль от заведения... А, это еще не сделано. Ну, ладно.
Ладно, этого добьемся скоро. Этого скоро добьемся. Сейчас нам главное, смотрите, центр окаменелости. Просто я хочу, смотреть еще что. Я хочу вот здесь поставить отель. Как он будет, кстати, смотреться? Чисто технически. Как бы зона большая. Зона большая, но отелю подойдет. И сделать отдельную такую тихую дорожку боковую. Было бы, кстати, очень неплохо. Да! Это же идеально. Ну-ка, ну-ка, вот здесь, где-то вот здесь было. Поменьше. Пи сделаю. Да, вы мне сейчас скажете, что ты сейчас тратишь деньги впустую, но с другой стороны, это лишняя смотровая площадка, а отель приносит деньги. Да. Вот тут. Пусть будет. Так. Отлично. Центр рейнджеров я продам. И на его месте построим другую зону. Контракт выполнен. Значит, вы все сделали как надо. Продолжайте. Конечно, я делаю все как надо. И станете звездой. Ага. А ты что, думал, что не справлюсь? Справлюсь всегда. Танцы рейнджеров. А вот ее... поставим как раз таки куда-нибудь сюда поблизости. Вне области строительства. Вот. Так вот. Так. Мне понадобится лэпка. Надо ее повернуть аккуратно. Так. А вот эту можно вырубить. От нее толку ноль. Так. А вот эти можно подключить. Они все равно напрямую будут связаны, так что это никакая не проблема для нас. Так. Ну-ка. Отлично. Поскольку вот здесь будет отдельная дорога, надо немного переделать загоны. Так. Надо вот прямо сделать их аккурат такими вот хорошими, чтобы у нас прям вот шикарно вышло. Ну вот так вот, к примеру, кстати. Так. И никого там нету. Никого из них там нету. Вообще шикарно. То есть зона обустроена идеально. Теперь делаем шикарную дорогу. Я думаю, она, кстати, сюда поместится. Давай, давай, давай. Какие помехи? Там никаких помех нет. Что-то мне... реально... вот говорят помехи, помехи какие-то. Помех нету. Нету их. Вот видите, пусто. Какие тут помехи? Серьезно.
Никаких помех нету. Говорят про помехи. А помех нету. Так. Опять же, вот здесь помехи у нас. Ну тут мы сейчас... просто надо провести запасную электролинию. Сейчас это я сделаю. Я сам планировал ее делать. Так что это не проблема. Да, эту можно продать, от нее толку ноль. А к нему проведем сквозь как раз таки ограды. Я не думаю, что это будет такая уж большая проблема. Так. А, зараза. Слишком жирно. Так. Ладно, сейчас подправим. Почти, давай. Вот. Никого там нет из них? Нет, никого нету. Шикарно. Так. Вот что значит полная реструктуризация парка. Вспышка болезни. Как не вовремя. Будь у меня время, я бы сама взялась за этот контракт. Но у меня его нет. А вот у вас. Так, команда рейнджеров. То есть... Почему не могу? А, я же ее не подключил, точно. Совсем об этом забыл. Так. Ну теперь-то поедете? Да, вот теперь они поедут. Так. Направляюсь к кормушке. Давайте, займитесь. Направляйтесь с этой кормушечки. А мы пока расширим зону парка. Надо сделать расширение. Это наша сегодняшняя задача. Причем большая задача. Так. Смотрим. У нас есть зона окаменелости, ее не продашь. Магазин игрушек. Что из инфраструктуры мы точно можем сделать? Подарки, фастфуд, одежда, туалет. Все, остальное нам недоступно. Больные динозавры не обнаружены. Значит, пока будем соединять простые дороги. Будем пока просто делать соединение. В принципе, технически я могу вот здесь ее положить. Это не будет никакой... Какая вода? Тут нет воды. Не должно быть воды. А, ну тут есть она, да. Ладно. Так. Вот так сделаем. Так. И надо подвести электроэнергию. Ну, для начала подстанция. Здесь зону я для нее уже нашел подходящую. Здесь для нее зону я уже прям специально прям нашел хорошую. С ней проблем быть не должно. А тут вот помехи в виде самой дороги. Так.
Так. И вот теперь, смотрите, мы аккуратненько... обходим... вот эту зону. Так. Теперь смотрите, я сейчас немножко потранжирюсь, но это надо. Это сейчас надо сделать, чтобы у нас был хороший такой сбалансированный парк. Это надо. Так, смотрите. Не дотягиваешь, да? Так. Ой. Это сложновато сейчас будет. Подождите, надо тогда здесь почистить деревьев. Просто мне нужно разобраться, где что ставить. А я ни черта не вижу, где мне что ставить. Та-та-та-та-та-та-та. Так. Вот так вот. Здесь мы уже как бы объединили, почистили. Сейчас мы будем это все дело еще и исправлять. Так. Так, видите, какой-то долгий, но необходимый процесс. Процесс долгий, муторный, но он нужен. Вот так вот. Так. Черт, 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 рано, рано. Так. Пока неплохо. Пока все закрыто, и никто не выбегает, все живут счастливы и здоровы. Так, что с кормушками? Полна, полна. Динозавры у нас спокойные, все хорошо, все живут, все счастливы. Теперь здесь. Так. Делаем прямо огромную зону. Потом, если что, будем ее сдвигать. Ну, по мере необходимости. Так. Вот и готово. Ну, да, все как надо. Можно было бы, конечно, еще вот сюда заехать, кстати. А почему бы нет? Давайте. Хотя пока не будем. Может, мало ли надо будет делать круг какой-нибудь. Так. Отлично. Вот сюда поставим сейчас лабораторию. У нас как раз-таки на нее денег. Теперь у нас как раз хватает, пока мы тут занимались этой стройкой. Ну, пока я занимался, да, знаю. Так. Так. В
принципе, кстати, ее можно... А, технически она бы влезла в эту зону. Технически бы влезла. И очень даже бы хорошо влезла. Но зона тогда была бы маленькой. Но она влезла бы. Подождите, а по зону покрытия, по зону, точнее, по смотровой зоне. Да, вот здесь прямо отличный смотр. Здесь прямо отличный смотр такой идет, хороший, мне прямо он очень нравится. В принципе, смотрите, лабораторию можно поставить вот здесь. Тут хороший угол. Близкая доступность электроэнергии. Да, мы, наверное, скорее всего, ее вот тут поставим. Присутствуют помехи. Так, надо только вот от этого избавиться. И почистить слегка ландшафт. Теперь все должно получиться. Так. Так, он, В принципе, можем мы ее поставить сейчас вот так вот. Вот так вот. И все должно получиться у нас. Давайте сейчас мы это над этим поработаем. Сейчас мы над этим поработаем. Смотрите, как делаем. Зона вот прямо идет вот поэтому, поэтому можно вот здесь и прямо вот продлить. Проблем с этим быть не должно. Да. Ну, в принципе, я могу, наверное, вот это даже продать. И поставить вот это. Вот прямо поставить ее вот сюда, вот так вот. Нормально будет. Вот так вот. А может, кстати, только что она не стыкуется сама напрямую, как вот, к примеру, магазинчик. Это было бы очень удобно, ну ладно. Так. Отлично. А поскольку вот здесь у нас уже будут еще такие смотровые площадки, то надо оставить место еще и для там кафетериев, еды, покупки, всего прочего. Всякой прочей этой херобурины. Так. И технически вот даже вот здесь должно. Вот тут можно ее подвинуть, кстати. Сейчас подвинем. Сейчас все сделаем. Так. Теперь должно получиться технически. Давайте посмотрим. Потому что плюс вот такой высотки. Да, она помещается, отлично. Плюс вот такой высотки в том, что она может работать. Она может привлекать людей. Это прямо отличная туристическая зона. Так. И вот сюда. Хотя, я думаю, можно его поближе, вот так вот. Как говорится,
Чтобы уж если смотреть, то смотреть на полный круг. Вот так вот. Не переживайте, с энергией у нас пока проблем нет. Просто система говорит, что надо запастись побольше запасом. Так. 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 Отлично. И сюда то же самое. Так. Отлично. И можем теперь носить старые. Так, так и так. Проверка. Да. Не хватает только энергоснабжения, но это вопрос простой. Это решаемый вопрос. Так. Лэпка. Так. Вопрос с лэпкой прям вообще решаемый. Просто вот сюда ее поставить, притык. И просто подключить. Все. А тут обычную шикарную дорогу. Так. Да, и она прямо под током у нас. Но вот эти вот у нас пока к дороге не подключены. Ничего, сейчас сделаем. Сейчас сделаем шикарную дорогу. Нет, верни меня. Как бы эти задания скипнуть бы мне все? Ну, просто чтобы они не мешались. Не маячили, так сказать, перед глазами. Так. Так. О, туалеты. Высокий уровень требований. Вот здесь прям туалет точно понадобится. Хорошо. Так, инфраструктура. Гости. Суперкомфортный туалет на большой высоте. Уф, так. Теперь. Здесь. И вот тут. Значит, здесь и поставим сейчас... фастфуд. Потому что люди хотят есть. Когда люди хотят есть, надо удовлетворять их потребности. Пока удовлетворим их потребности. Сейчас Так, и по скорости. Так, действует шанс провал инкубации. Давайте выведем кого-нибудь. Оф. Эдмонтозавр, он, конечно, хорошенький, но я хочу сейчас трицератопса. В принципе, у нас сейчас поток денег хороший, чтобы вот заниматься именно Дамы и господа, вы уже поголодались. Посетите наш новый ресторан быстрого питания. И поскольку они все прямо голодающие у нас, я им подам самые вкусные блюда. Так. По максимуму. Выжимаю из всего по максимуму.
Во, красота. Они сюда ходят, они там смотрят, они наслаждаются. Его понемногу. Его по чуть-чуть. Так. Смотрим. Потребности. О, в еде. Ну, в более-менее средних. В подарках. Совершать посторонние покупки. Что с точки зрения финансов? Какой убыточный? Туалет убыточный. Но туалеты, они всегда убыточные. Магазин одежды. Вот его, в принципе, можно снести. Мы можем его произвести. И поставим мы его сюда. Так, инфраструктура. Магазин. Подождите, магазин одежды. Давай уже. Будешь подключаться нормально или как? Подождите, во. Сейчас что-то было. Там. О, мешает лэпка. Лэпка мешает. Не ожидал, что она прям будет нам мешать. Ну ладно. Ладно, сюда тогда что-нибудь другое поставим. Или же я могу, конечно, изменить дорогу. Кстати, а да, я же могу ее корректировать, это же не вопрос. Так, это не вопрос. Сейчас ее подправим, это не сложно. Так, сейчас сначала поставим наш вот этот вот магазин одежды. Так, чтобы уж на все хватало. Из средств пространства. Ограничение по строительству. Что там за ограничение, не понимаю. Там что, народ что ли прям вот идет под строительство, не понимаю. О, так. Кости. Да, она подсоединяется, в общем-то, к дороге. Нет, она в любом безлюдном месте. Может, из-за того, что здесь поверхность неровная? Ну, как вариант, может быть, конечно. Давайте сейчас выровняем. В принципе, выровняли. Так. О, да, вот тебе и задача настоящего маркетингового менеджера. Как разместить то, что должно приносить прибыль, так, чтобы оно писалось, естественно. В принципе, я могу вот это пока... Нет, живо. Да, вот пока продать. Инфраструктура. Так. Ой, инфраструктура. Из надежды. Чисто технически надо умудриться его как-то поставить таким образом. Вот. Так. Так, теперь надо поставить лэпку.
Опять не знаю, каким образом. Хотя, нет, здесь я знаю, каким образом. Смотрите. Так, тут я знаю, каким образом прям это сделать, чтобы не было никаких проблем. Так. Так. Нет, не сюда, вот сюда. Так. Тебя сюда. Вот и все. Ну почему мне прямо так не везет? С точностью. Вот. Несложно же. Наверное, потому что тороплюсь всегда. Потому что тороплюсь. Так. И вот. Готово. И все подключено. Все элементарно. Теперь осталось провести дороги и обеспечить себе новый хороший приток денег. Так. 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 Отлично. Посмотрим теперь на необходимость посрать. Все, она стабилизирована. То есть, либо туда, либо туда побегут. Хорошо. По поводу еды. Ну, фастфуд вот здесь бы можно было где-нибудь организовать. Что у нас там по пространству? Хватает места? Да, там хватит, кстати, местечко для небольшого магазина фастфуда. Сейчас сделаем тогда. Так, инфраструктура, гости, да, гости, фастфудик. Да, прямо хватит местечка, я прямо угадал. Сейчас прямо попаду в яблочко. Так. В принципе, я могу даже вот здесь слегка поставить новый загончик. Просто чтобы пространство выиграть слегка лишний раз. И вот это все снести. Так. О, ландшафтный дизайн, вот здесь. От этого всего избавиться. И фастфудик поставим. Особенность рельефа достала от меня уже. Просто здесь надо прям вот... Реально, здесь хорошая такая обзорная палуба. Я не хочу ее лишаться только из-за того, что... Здесь не могу поставить фастфуд. Почему? Какое ограничение? Тут ограничивать-то нечего. Ну-ка, ладно, по просмотру. Зона целиком просматриваемая, это видно. И лишаться не хочется. С другой стороны, если вот здесь поставить фастфуд, они все будут хотеть есть фастфуд. Кстати, да, почему нет? Мысли вполне здравые. Так, отлично, тогда так и сделаем. С точки зрения экономичности,
Фастфуд сейчас не самое лучшее место. А вот... Да, фастфуд один, снеси. А вот с точки зрения полезности, мы его вот сюда подключим. Пока пусть время-то здесь. Я пока думаю, куда все остальное ставить. Далее. Тут пока... Ну, тут у нас они неплохо заполнены. Неплохо заполняются. Так. И вот к этим, кстати, да, вот сюда надо же поставить кормушки. Причем хорошие такие вот кормушечки, да? Чтобы, ну, бегали они сюда. Они же сейчас бегают где? Там, где... еды. Так. Еще раз. Так. А теперь давайте-ка добавим пару деревьев. Вот тут теперь мы можем. Так. В принципе, я могу, наверное, даже увеличить эту зону и просто вот дать систему, пока здесь все самое устроить. Так. Так. И добавим вот здесь воду. Чтобы был водопой такой большой. Точно, я сделаю здесь озеро. Озеро сделаю. Тут будет водопой, и они смогут спокойненько попить воды. Ходить на водопой, так сказать. Отличная идея. У них тут будет водопойчик. Так. Кто-то будет ходить, кушать, есть. Здесь будет все. Полный, так сказать, фуршет. Вот так вот. Так. Вот так вот. Красота. Отлично. Можем, наверное, даже снизить цены, так полагаю, чтобы увеличить пост продажи. А если я поставлю динозакуски, сколько это нам даст? Нет, это ни о чем. Диноблюдо. Нет, тоже ни о чем. То есть самое хорошее — это динопиры. То есть они приносят прямо огромные деньги. Ну, неудивительно, люди хотят проходить, покушать по полной такой программе. Так. Вот. Магазин надежды, наверное, примерно то же самое. Люди хотят что-то дорогое. Вот, 279 был самым большим. И вот, мы увеличили свою прибыль. Так, отлично. Можем теперь выводить следующую, кстати.
Неплохие результаты, почти как у меня. Шучу, конечно. Вам никогда не достичь моих высот. Ой, да ладно. Я твои высот давно обскакал. По крайней мере, потому что я еще живой. Я дважды был мертвый, но все равно живой. Будем мне тут еще заливать. Так, с точки зрения финансового состояния, что у нас? А, ресторан. Доходы ноль. Это неудивительно. Толку от него ноль. Надо, кстати, найти место для исследовательского центра. Но я подумаю его поставить здесь. Там подходящее место. А сюда мы давайте выведем, кстати, вот еще одного Струтиорима. Как раз будет все нормально. И, наверное, можем себе позволить... Нет, давайте лучше... Давайте, да, прокачаем сейчас. Планирование оса. Дополнительный планировщик позволяет назвать одну задачу команде оса. Пусть будет. Если они сбегут максимум, то это кошмар будет. Перезарядка и точность. Так. Красота. Мы сейчас их повыпускаем. У нас будут хорошие поля. О, вроде удовлетворен. Дамы и господа, рады сообщить, что в парк доставлен трицератопс. Красота, видите, и общительность. Смотрите, она как побежала. Увидела сородича. Ей стало приятно. Ей стало приятно. Вот что значит нормальные отношения. Так. Видимые динозавры ноль. Ну, удивительно, надо сюда тоже что-нибудь поставить. Кормушку тоже надо. Ну и рыбу тоже надо, ну, конечно. Бассейн-то хороший, большой. Слишком дорого. Ну ладно, дорого так дорого. Ну, с точки зрения просмотра, зона прям просматривается вообще идеально. То есть можно будет какого-нибудь, ну, такого хищника своеобразного. Будет шикарно. Тут сколько, кстати, у нас на Исла Такану? 150 даст. Ну, в принципе, да, как раз-таки нормально будет. Неплохо. О, мы как раз определились, кто самочка будет, кто нет. Так. Можно, конечно, подумать сейчас над чем-нибудь крупным. Но, наверное, еще пока будем уводить вот этих. У этого есть вполне логическая причина, потому что нам не хватает средств. Нам не хватает средств, нам нужно привлекать людей. Чем больше их, тем лучше для нас. Так, вот тут тоже, кстати, надо увеличивать персонал. Так. О, как быстро производится. Отлично. Сейчас мы прямо создадим для них настоящую популяцию. Видите, общительность, популяция, лес. Все растет.
Я никогда в вас не сомневалась. Спасибо. Ну, то есть, кое-какие сомнения были, но вы справились. То есть, были сомнения. Так что, спасибо. О, вот же наглая зараза. Ладно, контракты. Давайте теперь с Исаком. Мир держится на контрактах. Или на деньгах. В любом случае... Уровни дохода в 200 в минуту. Можно, конечно, попытать. Это удача. А, в принципе-то мы достигаем. У нас уже неплохие доходы. Это относительно... У нас уже относительно неплохие доходы. Так, ладно. Так или иначе, сейчас нужна инфраструктура. А для этого... нам надо, во-первых, совершить экспедицию. Значит, экспедиционный центр. Однозначно понадобится. Определяем его место расположения. Где поставим? Наверное, вот здесь вот самое подходящее место. Можно, конечно, его боком как-нибудь... Во! Да, боком поставим. Ну-ка, что там у нас с зоной покрытия? Вроде он попадает под действие, как раз да. Здесь не надо будет возиться. Лишний морок никакой не нужно. Так. Отлично. Это мы сделали. Ну и давайте отправим как раз таки экспедицию за каким-нибудь хищником. Там плотоядный. Так, тираннозавр нам доступен. Давайте найдем чистые залежи, чистые тираннозавры. Вы прямо меня не хотите баловать. Цератозавр. Велоцираптор опять. Ладно, давайте попытаем удачу. Просто... А, Тео у них. Он хищник. Маленький. Капризненький. Но подходящий. Просто прекрасно. Здесь же мы разместим. Ну-ка, зона у нас большая. Ну, относительное, то есть сюда вместится целый комплекс инфраструктурный. Защиту от бур бы я поставил бы вот здесь. Кстати, вот, наверное, вот сюда ее бы стоило точно поставить, чтобы у нас... Не было никаких технических проблем и сложностей. Да уж. Поставил, конечно, я отель великолепно. Вроде бы взял хороший кусок местности, но с другой стороны сделал себе только больше проблем. Ну ладно, в принципе, его ремонтировать это не так дорого. Так. Бомбоубежище, то, наверное. Вот. Бомбоубежище, вот то, что действительно сюда нужно. Так. Вот бомбоубежище, это действительно необходимость. Потому что если сбегут, то пиши пропало. А в чем ограничение? Здесь же места полно. Вроде не хочу. Ладно. Нам доступна сейчас вторая инфраструктура. Это центр окаменелостей. Так, ладно, не совсем доступно. Так.
Вы умеете решать проблемы. Это ценное умение. Спасибо. Здесь. Спасибо большое. Я знаю, я умею решать проблемы. И главное, не умею их создавать. Отлично. Прямо местечко то, что надо. Подождите, тут что-то мне прям мешает. Надо разобраться, что. Вроде как дорога, но вроде и нет. Так. Инфраструктура. Чем ограничение-то? Почему я не могу строить вот на таком расстоянии? Не понимаю. Может быть, из-за вертолетной площадки дело. А, скорее всего, вот в чем в рельефе. Понял. Сейчас исправим. Вот сейчас все сделаем. Сказали бы сразу, что рельеф, и ой, проблемка была бы решена. Это угадаешь. Чем проблема? Так. Инфраструктура. Не с ней проблема. Так. Да нет, не дорога. А спуск. Хотя... Нет, наверное, лучше вот здесь. Так, давайте теперь думать. Ну ладно, в принципе, можно построить как бы и по-другому. Ну, не дается, не дается. Сейчас подберем тогда зону. Вот. Вот здесь прямо было. Давай, 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 давай. Отлично. И сюда же, наверное, инфраструктура в плане бомбоубежища отлично поместится, мне кажется. Просто еще одно бомбоубежище точно не повредило бы, мне кажется. Мешается именно вот это. Как она мешается, я вообще не представляю. Но говорит, что мешается. Не понимаю я этого. Ой, никогда не пойму, видимо. Вышка болезни. Так. Направляюсь пополнить кормушку. Добавляю задание. Ну-ка, вообще он не может лечить.
Кишечная палочка. О, теперь мне нужен центр исследований. Так, ладно. Так. Благо, хоть центр исследований можно разместить. Так. Так, отлично. Пока что вроде хватает. Что до рейнджеров, то надо, да, надо новую команду. Еще одну. Пока что добавим задачу. Оу. Так, сколько там? 7, 6, 2. Только что пришел новый контракт. И он словно создан для вас. Серьезно? Просто добудьте каменилости. То, что мне надо. Вот то, что сейчас мне надо. Средних травоядных динозавров. Сейчас добудем. Не упускайте такую возможность. А я не упускаю. Я уже отправляю. Подождите, как нет подстанции? Есть тут подстанция. Хорошая такая. Вот сюда ее поставлю. Вот так вот. То есть не хватает электроэнергии. Ой, ладно. Теперь хватает? Да. Слегка, но хватает. Это хорошо. Хоть какая-то польза у нас есть. Так, теперь. Исследовательский центр. Исследование. Болезни. Вирус гриппа. Кишечная палочка. 175. Ну, мы сейчас быстренько ее прокачаем. И, в принципе, вылечим всех наших динозавров. Пусть пока живут. И пока ничего не грозит, это хорошо. Так. Давайте, 175. Что у нас там с заболеваемостью? Ой, сейчас всех тут перезаражают. Хоть кто-то выживет из них. Так. Какие-то они вялые все, да, ведь? Так. Что с этим туалетом? Не переполнен, хорошо. О, отлично, готово. Идемте. Постоянное исследование. Нам нужна вакцина от кишечной палочки, вообще от всего. 2 минуты. Красота. Рейнджеры сейчас быстренько все это сделают. А что с загонами? Ни черта. Что с зданиями? Боулинг. Здесь могут провести время. Вот это, кстати, то, что надо. Давайте перейдем пока к окаменелости. Вы прекрасно разделались с тем контрактом. Это не останется незамеченным. Спасибо. Янтарь, вот генионик. Вот награда за все сделанное на Исла Таканью. Давайте. Генионик у нас появился. Так, ладно. Рейнджеры. Добавляю задачу. Подтверждаю задание. Принято. Так.
Опять же. Ну, в принципе, они могут сейчас пополнить без... Выполняю запрос о пополнении припасов. Да. Так. Давайте, кстати, мы их улучшим. Мы же можем сейчас себе позволить. Так. Отлично. Так, пусть лечит. Добавить задачу. Добавляю в список. Назначаю дополнительное задание. Прибыль в минуту. Неплохо. Мы, в принципе, уже вытащили всю эту зону из кризиса. Знаете что? Этот идиот, походу, разучился ездить. Хотя здесь моя вина тоже есть. Тут нет ворот для въезда. Ближайших. Они все боковые. Никакого обратно. Так. Управление транспортом. Едем. Поехали. Мне не нужны здесь больные трупы. Активно. Сообщаем идентификатор. Есть. Актива. Актив в зоне досягаемости. Да, зараза убегающая. Есть. Актив в зоне досягаемости. Так, ладно, доедем до вот этого. Давай... Нет. Давай, давай, давай. Обнаружение активно. Да зараза-то какая, ты что? Давай, применение лекарства. Лечись, лечись, лечись. Отлично, последний зараженный остался. Заканчиваю пополнение. Так. Есть, попал. Отлично, пусть отдыхает теперь. Так, ну в принципе мы неплохо справились. Эй, я узнал про отличную возможность, ее не стоит упускать. Крупных травоядных? Можно. Крупные травоядные — это хорошо. Таратозавр, бронхиозавр, диплодок. Вот это по-нашему. Так. Большая подстанция. Ее можно где-нибудь было бы поставить, да толку от нее мало. Ну, в данном секторе от нее толку ноль. Вот тут вот фастфуд. Может, где-то пир поставить. Конечно, было бы удобнее, если бы вот эта вот фастфудница, она была бы где-нибудь вот здесь. Ладно, давайте выпускать. Производить еще кого-нибудь на свет. Кто у нас доступен сейчас? Ну, в принципе, мы можем выпустить новый вид.
А можем выпустить что-то, что уже еще есть. Но это базовый. Пустыня. Давайте тазава. Пусть будет. Будет новый будут новые виды динозавров. Это хорошо. Пока мы их сейчас улучшаем, пока мы их прокачиваем, это вот то, что сейчас надо. Так, что с исследовательским центром? Исследование. Давайте посмотрим, что нам... Может, сможем команда исследований себе? Да. Доступны новые исследования. Команда исследования Чарли. Стоимость 750 тысяч. В принципе, накопить бы, конечно, и все, и никаких проблем не будет. Но с другой стороны, вывести вот прямо вот этот подвид, прям то, что надо. Чем их будет двое, это будет хорошо, это все будет прекрасно. Так, возвращается экспедиция. Красота. Так, вот это уже хорошо. Спасибо, что помогаете создавать развлечения. Ой, да ладно тебе, я всего лишь скромный посредник. Выпустить Тарадона. Вот давайте, кстати, тогда отправим их на поиски Тарадона. Вот их. Нам нужен Тарадон. Где мне его найти? Оптутозавр. Тиранозавр. 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 Слушайте, я тоже хочу тиранозавра. Но мне нужен Тарадон. Подождите, а по-моему, был в Китае Тарадон, кстати. Сейчас посмотрим. Он был в Китае. Цератозавр. Велоцираптор. Так. Диплодок. Брахиозавр. Давайте тогда за тиранозавром. Может, и кого-нибудь еще поймаем. Пусть летят, пусть летят. Чем больше, как говорится, окаменелости, тем мне лучше. Отлично. Красота. Давайте сразу... Да, я сделаю еще одного... Ну их пусть будет много. Чем больше, тем лучше. Чем больше их, тем лучше. Травоядно они хорошо с друг другом сотрудничают. Видите, у них вообще прям какой-то саммит. Прям смотрите, ну реальный саммит какой-то. Ну-ка, если мы к ним подъедем. Нет, подъедем, я сказал. А тут что у нас? Красота, да и только.
Так, подождите, управление. Ладно, давайте заполним как раз таки. Так, перейдем в раздел каменилостей. А, есть, нашли, красавца. Красота. Давайте сразу перейдем сюда. А, у нас еще пока не хватает денег. Ну ладно, он у нас сейчас будет скоро. Так. О, сейчас будет прям красавец. Красота, вот посмотрите. Ну, видели. Ну, вы очень хорошо поработали с тем контрактом. Да ладно. Дамы и господа, стоимость исследований, исследовательский центр. Любите свою работу, да? И все сотрудники отдела развлечений ее любят. Шоу-бизнес. На Исла Таканью шоу продолжается. Ну. Это достойно награды. Спасибо. Спасибо. Давайте сразу же исследовательский центр. Это, скорее всего, в зданиях. Вот, стоимость исследований, эффективность. Новый день, новое шоу, новый контракт. Вам точно стоит на это взглянуть. Принимается. Сейчас вот будет здесь 50. Я поставлю новую команду, пока новая команда будет работать. В принципе, экспедиционный центр тоже надо. Нет, нам нужно сначала вот именно... Черт, экспедиции. А, стоп, подождите. А здание? Это тоже, в принципе, надобно. Все надобно, все нужно. Все прямо. Тайга. Ладно. Давайте сначала с базового начнем. Потому что... Чем больше у нас команда исследует, тем быстрее мы сможем все исследовать. Ну и давайте поставим заодно сразу парочку дешевых динозавров на поток. Их сразу, как говорится, в массы надо. С тайками хорошими быть, путешествовать. Что ж, ребят, ну а на этом с вами мы сегодня заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да, лайк, комментарий, подписка на канал. Кстати, давайте вот с этой стороны. Смотрите с высоты. О, смотрите, какой красивый вид. Мне прямо нравится. Жалко, что я не могу здесь ходить. Не красота ли? Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да, лайк, комментарий, подписка на канал. Также подписка в группе Дискорде и ВКонтакте. Ссылочки найдете в описании к этому видео. Ну а с вами был Альберт Вескер, глава Umbrella Tech Incorporated. И до скорой встречи. Пока-пока. Еще увидимся. И у нас завершены все исследования. Ура! Ну давайте со мной посмотрим еще раз. Хочу запечатлеть хороший. Красота. Реально, мне нравится. Да, всем удачи, скорой встречи и пока-пока. Увидимся.